Rainbow English учебник, 5 класс, 2 часть, Unit 5, Step 5 и упражнение номер 5. Послушайте диалог, прочитайте его и разыграйте. То есть мы читаем и переводим. Excuse me, can you help me? Извините, можете мне помочь? Certainly. What's the matter? Конечно, в чем дело? Is there a market near here? Есть ли здесь рынок поблизости или где-то рядом? Yes, there is. Walk straight on and then turn left. You can't miss it. Да, есть. Идите прямо и затем поверните налево. Вы его не пропустите. Thank you very much. Спасибо большое. You're welcome. Пожалуйста. Excuse me, can you tell me the way to the railway station? Извините, можете подсказать мне путь к железнодорожному вокзалу? Certainly. Turn left and walk straight on. You can't miss it. Конечно, поверните налево и пройдитесь прямо. Вы его не пропустите. Is it a long way from here? А это долгий путь отсюда? No, not very long. Нет, не очень долгий. Thanks a lot. Спасибо большое. Not at all. Да не за что.